большей степени известны нам в качестве пианистов или симфонистов, или композиторов, которые сочиняли для других инструментов. Но, тем не менее, все они обращались к органу, что, в принципе, неудивительно, потому что они жили в Германии, а Германия — страна сугубо религиозная. И, конечно, каждое воскресенье по традиции всей семьей они ходили в церковь и слушали орган. И это не могло не заинтересовать творческих людей, и определенные периоды их жизни были посвящены органу и органной музыке. Очень часто эти периоды были связаны с какими-то утратами, болезнями, потерями, когда человек больше приобщается к церкви и как раз больше превращается заодно к органу. Иногда это были произведения, сочиненные в последние годы жизни композиторов. В первом отделении у нас прозвучит произведение Ганса Брамса в начале. Ганс Брамс писал очень много. И писал он симфонии, и писал он концерты. И орган как раз-таки был лишь небольшой частью его интересов. Он обращался к нему всего лишь дважды, написал две прелюдии-фуги, отдельно небольшую фугу, и в конце жизни он написал 11 хоральных прелюдий. Как бы казалось, на первый взгляд, немного, но на самом деле это произведения совершенно гениальные, которые отражают полностью эпоху того времени, и вот в этом концентрация, в этих небольших произведениях, сути той эпохи, она чрезвычайно велика. Поэтому ваше внимание я хочу предложить послушать прелюдию фугу соль минор Брамса, и за ней же прозвучит хоральная прелюдия и фуга на тему «О грусть, о скорбь».
Регер, очень небольшая, Макса Регера. Макс Регер — композитор, который жил несколько позже, чем Брамс, уже на рубеже 19-20 веков, и писал уже стили, которые мы сейчас называем постромантизм. И для органа он написал очень большое количество произведений, многие из которых длятся примерно по 30-40 минут. Но также есть у него и совсем компактные маленькие произведения. Сейчас вот прозвучит одна хоральная прелюдия, его, которая олицетворяет собой уже эпоху постромантизма и со всей его красочностью, со всей его необычностью и переливающимися непонятными очертаниями. Все это можно увидеть даже в совершенно небольшой форме. Как звали? Иоганн Себастьян Бах.
человек, который жил, конечно, раньше, чем эпоха романтизма, но, безусловно, повлиял на всех музыкантов и, конечно же, на всех органистов, которые жили после него. Очень сложно сейчас представить, что творчество Баха было забыто на целых 100 лет, и если бы не композитор Феликс Мендельсон, который очень сильно интересовался всякими находками, и у него, к счастью, были для этого все возможности, то мы бы сейчас творчество Баха не узнали. Но тогда Феликс Мендельсон открыл его произведение, открыл его творчество, возродил его снова, все композиторы стали изучать его творчество, все произведения, и очень многие стали посвящать ему свою музыку. Так, например, композитор Роберт Шуман, который в основном писал для фортепиано, очень увлекался Бахом и написал 6 фуг для органа на тему БАЦХ. БАЦХ – это 4 буквы фамилии Бах, но также 4 ноты. Мотив креста. Эту тему Бах очень любил и использовал очень часто, как бы подписываясь в каждом произведении. Сейчас прозвучит одна из этих фуг. Но вот как он, из чего он состоит, он объяснить не смог.
В итоге Мендельсон ответил, что он напишет не валюнтари, но сонаты. И так вот на свет появились 6 сонат, которые сразу были опубликованы и получили большой успех и признание. Эти сонаты содержат в себе хоральные темы внутри. Сейчас прозвучит соната номер 2, до минор, в 4 частях, которые идут без перерыва.